Ну что, ребят, всем здравствуйте, всем здравствуйте, всех приветствую. Мы продолжаем проходить данную игру. Прототип первый. Вот, вам игра очень зашла, я это увидел. Бум. Так что, ребят, мы продолжаем проходить. Игра очень интересная. Мы остались на моменте. Мы прошли начало так чуть-чуть и остались на моменте, когда он выбрался. Ну, предыстория. Потом выбрался из больницы, когда он не понимает, что с ним, и хромает. Вот, поэтому Саша поудобнее. Наливайте чаек, кофе, кто что любит. При этом сидит, кто кушает. Приятного вам просмотра, а мы начинаем. О, привет! 18 днями ранее. Да, вот на этом моменте как раз мы остановились с вами. Так, ну давайте посмотрим, вспомним, что тут было, да? Эй, этот парень мне знаком. Он был в проекте «Черный там что-то»? Да, только теперь он исключен из проекта. Его зовут Мерсер Алекс. И родственники Мерса Дана? Это его жена? Не знаю. Думаешь, он имеет отношение к исследованию на 51-й и что-то там? Я понять не имею. Главное, я не хочу ничего знать. Просто дайте мне 8-дюймовый скальпель. Мы начинаем вскрыть изоблюшину. Сваливаем! Немедленно прошить команду зачистки. Кто не видел предыдущую серию, вверху, в правом верхнем углу, да, или в левом, выскочи подсказку, посмотрите. Пошли, пошли, пошли! Черный страж, или как они там, стражи черный, что там, кондишн стражи. На землю, будет, ошевелись. Я уполномочен стрелять и сжечь твой гребаный, ага, осуждаем, блядь. На нахуй, пиздец. Вот дерьмо. Всем отрядам, приоритет на цель, приоритет на цель. Что там? На землю его. А что это со мной? Достань его! Это было легко. Мне нужно выбраться отсюда. Долго я так не продержусь. Так, let's go. Я могу здесь его? Дерьмо! Что ты меня еще пульнешь, а? Что тебе от меня надо? Используй прицельный, чтобы выполнить наведение на врага. Ну, понятно. Там через стаб вроде, да? Ну и как? Just
Интересно. Ага, намечайте, чтобы просто открыть его врагов. Ешь, блин, ага. Где еще один? Бам, нахуй. Такого не бывает. Теперь он исключен из проекта. Его зовут Мерсер. Замечен объект, контакт неизбежен. Точки команды призрак докладывают его в визуальном контакте. Может, доложить обстановку прием. Я готов, уничтожен. До приказания, отбой. Получаете любых существ, чтобы повысить ваш уровень здоровья. Здоровье восстанавливается, если вы некоторое время избегаете урона. Окей. Эти командиры черно-стражные миссии. Ага. Ну это я понял. Это я помню. Ёбан, надо до придурки. Этими губами ты мать свою целуешь? Он Кристофер, ага. Короче, понятно, он дает воспоминания. Хотя при помощи этой темы мы можем отслеживать, где они, как я помню. Моя сестра. Он знал, где она. Я знаю. Где она? Я должен найти ее. Да, она. Дейна. Hopefully she'll be able to tell me something. Anything. Lost contact. Over. А что с этим NPC? Солдаты, если они знают, то я, невозможно, знаю, кто она. Мне нужно быть хорошей точкой оценить ситуацию. Там NPC залагал, видел, в дверь просто бежал. С правой стороны миникарты находится индикатор мускафиса. Сначала нужен в виде диафрагмы. Если диафрагма открыта, то вы в поле зрения врага. Если он закрыт, то вас не видит. Да это я знаю, блять, я помню. Каждый действие, которое открывает вашу истинную сущность, заполняет индикатор. Когда он заполняется полностью, ваша маскировка перестает действовать. Тут своим отсутствием маскировки показывает красным цветом. Ну это, блять, да, это понятно, нахуй, все, хорош.
Это, короче, индикатор, да, тут типа есть на красный херню, ну, короче, тут полосочка, которая индикатор полностью заполняется, то все, маскировка не работает, нужно будет заново искать какого-то отдельного этого, блядь, челика, вот, какого-нибудь вояку, и заново делать маскировку, если, ну, это вроде недолго вроде работа, как я знаю. Внимание. Что ты, что он с ним? Что он бежит? Ломится в дверь прям, ничего себе. Отвали. Не пишу тебе вреда. Нужна твоя помощь. Боже, я так и знала, что в Кентаке творится какая-то херня. Что, черт побери, с тобой произошло, Алекс? Я неделю изучал эту гребаную организацию, раскапывала повсюду информацию для тебя. Помнишь, когда я хотел узнать, что творится в верхних эшелонах управления Гентека? Что-нибудь о директоре по исследованиям, что-то там? Ты в порядке? Ты знаешь, что произошло? Я даже не видел тебя целые 5 лет, пока ты не возник у меня на пороге в прошлом месяце. Мы можем где-нибудь укрыться? Да, я знаю такое место. Бежище Даны, забудь центр города. Ну, входи. Но это квартира моих друзей, они уехали на год. Куда-то в Патагонию. Есть идеи, что все это значит? Нет, но я собираюсь выяснить. Это же тянет на события века, там что-то такое. Знаешь, они ждали меня в моей квартире, так что в твоей они наверняка тоже ждут. А где я живу? Вон там. Ты будешь здесь, когда я вернусь? Лучше не высовываться, я не наверняка прощу этот город в поисках нас обоих. Ага, я буду здесь. Да, озвучка, конечно, прям вау, да? Да уж, 80 миллионов долларов, прикинь. They're gonna be waiting for me. They think they're in control, but they have no idea what I'm capable of. Где мы живем? Ты шо, ёбу дал? Так, ну давайте, ребят, выберем нам по долгому пути, типа, домам, но безопасно. Либо по короткому, но не безопасно. Я выбираю второй.
Дом. My home. Мой дом. Находится в здании. А, ну типа ученый. О, капец, вспоминает. Цель наружно. Поджигай. Это он самый. Да урод. Play is active. By the numbers, field team. In range, Red Crown. Awaiting orders. Chalk 3, Red Crown. Hostile has gone dark. Over. Red Crown, this is Fire Team Echo. We have no visual. Over. Package, withdraw from battle space. Converge on Central Park for immediate extraction. Eyes open. Kill whatever moves. Let's go, блядь. Где эта хуйня? Блять, провалено. Let's go. Убил его все. Да-да, мы это знаем. Бля, ну этот скрипты мне не нравится, пиздец. Блять, может ты что-то сделаешь или что, блять? Вот эти скрипты ебаны мне не очень нравятся. Да погнали отсюда нахуй. Не хочет, короче, он драться. Abort. You are at abort.
Блять, ненавижу скрипты эти. Поехали. Get him out of there. Got you now. Как я должен оплатить был? Я нажимаю Е, блять, оно не нажимает. Можно его схватить, блядь. И сюда, нахуй. Блядь, я не могу его схватить, нахуй. Что за залупа, блядь? Просто я нажимал, не нажимает, прикинь. Не, ну ты прикинь. Охуеть, блядь. Я в шоке, блядь. Не, ну тут 1000 вояк, да хуя их. Блять, стой нахуй. Как я не могу поглотить-то, блять? Я хуй его знаю, ребят. Хорошо, давай, знаешь, что сделаю? Сейчас, блядь, выйти в главное меню. Да выйти. Давайте, блядь, сейчас я быстренько пройду этот момент и продолжим. Now.
Да нет, вот сейчас сработало, блядь. Его пустить король. У него переменное действие. Когда оно все же проявляется вспышкой их там. Мне не нужно напоминать вам, джентльмены, как близко мы подошли к точке невозврата в Айдахо. Тело Мерсера бомба, начинено патогеническим оружием, и она готова взорваться. Сейчас эта бомба в городе, приходите ее любой ценой. Я бы сказал взять его живым или мертвым, но не думаю, что к Мерсеру применимы эти категории. Цель события. Ваш интерфейс, позволяющий открыть, изучить и обрести воспоминания. Ну, я так и говорил, да. Поглощение цели цепи событий. Открывать в связи с новыми целями, которые нужно найти и поглотить. Угу. Да, ну это, блядь, знаю. Угу. Люди постоянно свежие получают, несите, чтобы вам стали доступны. I can see what he saw and know what he knew. His memories are my memories. Не, я слишком дохуя здесь. Let's go. $80 миллионов, 80 миллионов долларов, охуеть. Единственная четкая мысль была мысль о мести. Единственной моей мыслью. Я знал, что дело в Гентаке. Все сходилось, я там работал. Дана расследовала для меня их операции, и там была черная стража. Причина моих изменений — потеря прошлого. Чтобы это ни было там началось, что... я думал, если мне удастся узнать, кто заправляет Гентаком до того, как черная стража сотрет их память, что-то там. Извините, ребят, не успел. Я хотел узнать, что со мной случилось, причину, кого винить, кого можно наказать. 18-й день. Судя по правде, я никогда не думал, что найду ее. Я жил ада, в котором никогда не был. Да. Третий день после заражения. Подтверждено появление зараженных на Манхэттене. Ребят, давайте-ка мы с вами на этом закончим, я думаю, да? Такая вот серия получилась. Да, мы будем ее так проходить. Не прям по 40 минут, я думаю, да? Хотя напишите в комментариях, вам интересно по 40 минут смотреть эту игру или нет. В принципе, все, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Кто не смотрел, там в правом верхнем углу или в левом подсказка на первую серию. Вот, и в принципе, если ну, она не выскочила, то ссылка на плейлист, в принципе, находится в описании. В принципе, все. Там и телеграм-канал, кстати, находится еще наши, и ВК, но ВК так я не веду. А телеграм-канал там есть кое-какие инсайдики уже. Вот. Поэтому все, ребят, спасибо за просмотр. Еще раз. Увидимся в следующих сериях. Давайте.